себя командир 3-го воздушно-десантного батальона Станично-Луганского направления Силах Сергей Александрович, торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость республики, народ, отечество и веру. Торжественно присягаю на верность своему отечеству и народу. Клянусь строго выполнять приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость республики, народ, отечество и веру. Весна с автоматом, флагом помятым, машет, вставая с колен. Мы с ней связаны крепко георгиевской лентой. Мы не сдаемся в плен. Свобода, но с визой, стреляны гильзы, души, сердца на замок. Черные птицы вороньем у границы клином летят на восток. Белых голубей отпусти в небеса, пусть летят мы след и кричим гули-гули. Снова у дверей русская весна, мы ее храним, заслоним от пули. Братья славяне, каждый был ранен свастикой черных эпох. Мы как на ладони, но никто нас не тронет. С нами Родина, Мать и Бог. Девчонка Европа не лезет в окопы, ей не за что там умирать. После 9 мая скулит, но не лает, пора голубей отпускать. Белых голубей отпусти в небеса, пусть летят мы след и кричим гули-гули. Снова у дверей русская весна, мы ее храним, заслоним от пули. Родное, личное, за которое я буду бороться до конца. И, между прочим, люди, которые находятся сейчас рядом со мной, такого же мнения. И я уверен, а кто сейчас находится рядом со мной, эти люди будут идти до конца. Я в них верю. Я им верю. И доверие я оправдаю. Свечи, лампады у баррикады ветер не смог потушить. Встретить бы лето без бронежилета и голубей отпустить. Белых голубей отпусти в небеса, пусть летят мы след и кричим гули-гули. Снова у дверей русская весна, мы ее храним, заслоним от пули. Сегодня в нашей республике произошло великое событие, торжественное событие, где было сформировано одно из воинских подразделений воздушно-десантных войск Луганской Народной Республики. И мы, бойцы Луганщины, хотим сказать на весь мир, всему народу Украины, что мы не сепаратисты, мы обыкновенные миряне, которые боремся за свою независимость, которые боремся за свое счастье, счастье своих детей и внуков. Мы не хотим ни капельки крови, чтобы пролилось наших украинцев, русских и другие, людей других национальностей. Основная задача нашего подразделения – сохранить нашу Луганщину, Донеччину, то есть создать ту независимую республику, которая была потеряна на протяжении 24 лет. Что мы увидим на сегодняшний день? Мы видим боль матерей, жен, отцов, погибших ребят, которые являются на сегодняшний день элитой нашей маленькой, новенькой республики Луганщины. Я хотел бы сказать всему правительству, пожалуйста, прекратите геноцид над украинским народом, над россиянами, которые в основной части живут на территории Донбасса. Мы хотим всех предупредить, всех, кто поднимет меч на нашу народную республику, от этого меча и погибнет. Мы хотим, чтобы ни одна бомба больше не упала на нашу землю. Мы хотим выращивать хлеб. Мы хотим, чтобы молодые девушки рожали детей и не боялись, что их будут бомбить градами, минометами, самолетов. Сколько можно терпеть вот этого безобразия, которое хунта, издеваясь над нашим народом? Она издевается не только над народом, она полностью издевается над всем миром.